В российском городе Казань в эти выходные вспоминали тех, кто защищал столицу Казанского ханства от войск Ивана Грозного еще в 16 веке. Очередную годовщину взятия Казани русскими организаторы акции использовали для того, чтобы выразить протест, как они сами заявили, русификации Татарстана. Среди прочего, на митинге говорили о том, что в республике не хватает школ, где можно получить образование на татарском языке. Мероприятие вот уже четверть века проводит Всетатарский общественный центр. Его представители отметили, что впервые за эти годы на митинг вышли не несколько тысяч человек, как раньше, а всего несколько сотен. Также впервые полиция не пропустила в Казань троих известных деятелей татарской общины. Их автомобиль был задержан при въезде в город. Впрочем, это не помешало митингующим принять резолюцию с требованием вернуть республике полный государственный суверенитет.